замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Я, если брать, где я родился, я... Сейчас в Москве находишься, в каком муниципальном районе? Первомайская. Ну, понятно. Значит, северо-западный административный округ, можно сказать. Первомайская. А где родился, хотел сказать? Измайлово. Недалеко. А, ну я понял, да. Я знаю, где Измайлово. А хочешь... Mm-hmm. Так ты в Москве родился. А хочешь хитренький вопрос по Москве? Нет. Не стыдно будет. Ну ладно. Ну а что стыдно? Может, отгадаешь? Нет, не отгадаю. Нет. Ну хорошо. Ты на какие темы общаешься? Я на разные. Ну, в общем, я говорю про свою работу. А кем работаешь? Видеооператором. А, круто. В смысле, видеооператором на корпоративах, по заказу или как? Или фильмы создаешь свои? Нет, ну как сказать, фильмы, да, Гонга Камс. А, понятно. Интересно. Ну это, да, тут много вопросов можно придумать, но не сразу. Ну, я что сказал, витаю сначала. Да, с Украины же. А у меня Украина написана, да? Какая у меня страна написана? Ну с Украины это не значит, что Курамовник. Написано, что соединение с собеседником Украина. Ясно. В Украине далеко не все украмовники по языку. Так. Но тебе... большая межнациональная страна. Ну так тем более. Межнациональная, ты обращаешься на одном из языков. Ну неважно, обращайся и ладно. Ладно, давай, если хочешь, заходи на мой канал. И здесь, на этом перекрестке. Вы откуда будете, если не секрет? Луганская область. Какая область? Луганская. А, Луганская, подконтрольная, да? Ну, Лисичанск, вот это. Не подконтрольная. А, ЛНР, что ли? Есть ЛНР, есть, ну, да, подконтрольная Украине. А, ну я понял. Ну, мы не подконтрольная именно, да. А, я понял. Ну, не подконтрольная называется ЛНР, а подконтрольная называется подконтрольная. Ну, ладно, неважно. Ладно, меня... Ну, для нас это уже терминология настолько уже, знаете, прижилась за столько лет. Да я понял. У нас такой маленький городок есть такой, город Свердловск называется. Ну, я знаю. Мы вот 15 километров... Но вы его называете Свердловск, по-моему. Свердловка. Да. Не, ну или Свердловка, или Свердловск. Не Свердловск, а Свердловск. Нет, вообще нет. Ну как, вот по названию город называется Свердловск. Свердловск, это, Свердлова, это, он... это при СССР был, сейчас он Екатеринбург. А ваш Свердловск. Да, но и при СССР, наш Свердловск, он был всегда Свердловском с 1938 года. Ну я понял. Он основан в 1938 году, наш маленький городок. Горняцкий город, небольшой город, у нас максимальное население было 90 тысяч, по-моему, ну, это максимально было. Сейчас чуть, может, меньше, конечно. Я понял. Приграничный город, мы рядом с Луково, у нас шахты. Я знаю, где вы находитесь. А вы откуда? Откуда вы, если вы знаете? Ну, я из города Торонто. А, вы даже в Америке, да? Ничего себе. Ну, это приятно, что даже там знают нас. Ну, там не знают, я просто жил недалеко до иммиграции. В Харькове я жил, поэтому знаю. А где жили, если не секрет? В Харькове. А, Харьков, да, это 400, ну, почти 500 километров от нас. Бывал в Харькове, хороший город очень. Да поменьше, наверное, километров, наверное, 380, думаю, может и... Да. Нет. Ездили, такой там знаменитый рынок, ну, был. Да, Барабашово, на счастье. Барабашово, да. Это вот в 88 году отец купил машину, и бывало такое, что мы, ну, не регулярно, но ездили туда, в Харьков. Понятно. Ну ладно, какие-нибудь вопросы есть еще интересные?
Если нет, да, я думаю, к вам вопросов нет. Саня, Саша, Александр. Саня, Свердловск, так и подписывайся, я тебя вспомню. Давай, Саня, успехов тебе. Давайте, спасибо вам тоже. И здесь, на этом перекрестке. Я на географии Белгородской области лучше тебя знаю. Ну хорошо, вот допустим, поезд раньше ходил Белгород-Старый Оскол, сейчас через вас, сейчас до Старого Оскола можно добраться на поезде Белгород-Новосибирск, если ты знаешь. Ой, я уже давно не ездил на поезде. Ну хорошо, это вот если едешь, какая остановка, какие там остановки, ты хоть знаешь, хоть несколько? А, конечно, куда едешь, смотря, в какую сторону? В любую, хоть со Старого Оскола, хоть с Белгорода. Ну, это, блядь, наша, как она называется, Гущина, Махновка, этот самый, господи, забылся. Но это Кривец. Это ваша Держава, а Держава уже вы выходите... Держава, да. А Держава вы выходите уже на основную магистраль. Там будет Ржава, Прохоровка, Беленихина. Ну, вот там дальше не знаю. Мы ж тут по местности катаемся, отец. Ты уж извини, мы до Ржавы. Старосвол Ржава двигались. Да я тебя понял, да. Ну, я прям рад слышать человека, который нас узнает. А извиняюсь, а вы с какой области, откуда, с города, может? Да я с Канады. Да не, я думаю, вы с Харькова. Ну, я Харьков, Белгород, я как вообще... Как свои пять пальцев знаю. Да. Украинец. Губкин. Щит решил, что украинец. Губкин это... Я там не бывал. В Старом Осколе бывал пару раз, да. ОМК, нет? Нет. Ну так, в городе бывал. ОМК это там. Да, я знаю, там скоростной трамвай ходит. То да все. Если хочешь, заходи. Если хочешь, заходи на мой канал. Если... И здесь, на этом перекрестке. Геология. Геология или биология? Геология. А, геология. Понятно. Ясно. Химию знаешь немножко? Чего знаю? Химию знаешь немножко? Проходил, у вас должно быть где-то, если... Химию, да, где-то в школе, да, проходили, знаю. Нет, если ты заканчивал универ, то у тебя химия должна быть курс семестра 3, наверное. Если геология, по геологии... Семестр, блядь, на летний семестр провалил, пришлось работать кальянщиком, потом, блядь, восстановил и потом пришел в строй. Ну ясно. Ладно, ты на какие темы беседуешь? Может, вопрос у тебя интересный есть? А вы где живете? В Канаде. А вот у меня, вот мы вот хату взяли, короче, до этого наш хозяин, короче, вот хозяин хаты, короче, ну, в Канаду, короче, съебался. Ну, и этот, председатель КСК Эжи. Я у него спрашиваю, а чё, как был вообще пацан, нормальный? Он говорит, да нет, всегда искал, блядь, где... И здесь, на этом перекрёстке... Ну, кто ж не слышал из украинцев? Да, некоторые не слышали. Вы, вижу, там географию хорошо в школе учили, а другие плохо, они не слышали. Слушайте, подождите. А вы вообще с Торонто, ну, как бы, как это сказать по-русски, блин? Эмигрировали. Вот видите, что значит... Откуда эмигрировали? Нет. Меня, откуда вы эмигрировали, меня вообще не волнует. Так, хорошо. Блин, вот же что это... Клятая украинизация делает. Ну, говорите на мове. Вы в Торонто с кем? Я понимаю мову. Вы с кем-то спелкувались из украинцев этничных? Ну, конечно. Торонто. Есть у меня знакомые. Я даже им помогаю, хожу переводчиком на разные аппойтменты.
Только скажите честно. Есть у меня знакомые я украинцы. На них... Да, ну, говорю. Скажите честно, я на них повлияю. Они вас сильно побили. Сильно чего? Побили. Почему? Почему вы так решили? Не побили вас? Если я им помогаю, с чего это... С чего, во-первых, какая мотивация у них меня бить? Во-вторых, а во-вторых, это же Канада, а не Украина или Северная Корея. Так какая у них мотивация меня бить, по-вашему? Все, вопросов нет. Нет, у меня вопрос есть. Почему вы решили, что они должны меня были побить? И за что? Я так думаю, что просто для профилактики, нет? Ну, нет и нет. А вы думаете, что украинцы всех бьют для профилактики, так что ли? Нет, не всех. Ну, иногда кого-то бьют. Ну, вот как они выбирают, кого бить, кого не бить, по-вашему? Не знаю. А. Ну, понятно. Начали как-то вы в логическом ключе, а заканчиваете не очень. Ну ладно, хорошо, не знаете, так не знаете. У вас ко мне вопросы какие-то есть? Ну я же вам задал вопрос, желательно, чтобы вы мне ответили. Почему вы решили, что меня украинцы должны бить? Не услышал, извините. А? Почему вы решили... Я бы вас побила. А за что? Ну вот просто такой вот... Или так вот нежненько, да? Понятно. Ну ладно, я понял. Ну хорошо. Сказала бы противный. Да. Ну хорошо, если нет вопросов, всех благ. И здесь, на этом перекрестке. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные? Темы разные. Как пойдет, смотря с кем. Ну, со случайным собеседником. Какие вопросы задаете обычно? Как дела? Чем занимаетесь? Да, где работаете? Как это, погода? Это неинтересные вопросы. Под запись для канала идешь, себя увидишь на Ютубе. Есть интересные вопросы? Нет. Ну, тогда всех благ, успеха. Спасибо, до свидания. С началом лета поздравляю. А за себя он был совсем не разговорник. Москва с Уми отправляется с первого. Куда? Проспал! Скорый поезд номер 12 Москва с Уми отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22 отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверить другие перроны, а я посмотрю пассажирский вокзал. Пассажирский поезд номер 68 Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, заговоримся. Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь. Стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. Улица родная.